Смертельное ДТП в Мариуполе. Сегодня утром там маршрутка сбила мужчину. Очевидцы рассказывают. Микроавтобус двигался по проспекту. Перед ним резко затормозила машина. Чтобы избежать столкновения, водитель Богдана повернул вправо, но тут же врезался в припаркованную на обочине легковушку и сбил ее водителя. Мужчина стоял рядом со своим авто. Затем микроавтобус снес дерево. Эта машина начала резко тормозить, что передо мною. Здесь гололед. Я начал тоже. Ее, что начала сунуть, и меня начала сунуть. Чтобы уникнуть с ней столкновения, я взял в правый ряд. И на меня понесло сразу сюда, на эту обочину. И в правом ряду вы догнали уже вот эту Соленцу? Да, по ходу так. Что они со своим четвертым игрались на перегонке, кто быстрее. То есть, видать, кто-то не рассчитал дистанцию, скорость, засмотрелся. То есть сделали горе людям. То есть водителя в автомобиле не было, он да. Стоял на тротуаре? Да, на тротуаре. То есть водитель автобуса зацепил и машину, и водителя этой машины. Водитель припаркованного на обочине авто скончался в реанимации. 10 пассажиров маршрутки травмировались. Большинство из них студенты. Пострадавшие госпитализированы. Причины ДТП пока не будут устанавливаться, и в дальнейшем потом будут уже известны, когда пройдет следствие.